Дорогие. Вот так. И мы слушаем Александра Загорского. Рост 185 сантиметров, вес 93,5 килограмма. Его профессиональный рекорд 2 боя. Одна победа, одно поражение. Его стиль ММА. Дамы и господа, из Владикавказа, Георгий Сакаев! А вот его соперник Красному углу. Ему 27 лет. Его рост 180 сантиметров, вес 93 килограмма. Ровно. Его профессиональный рекорд 6 боев, 6 побед и одного поражения. Его стиль – рукопашный бой. Он заслуженный мастер спорта и знальщика, не знающий поражений, Азамат Мурзаканов. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас начнется бой. Георгий Сакаев против Азамата Мурзаканова. За Азаматом Мурзакановым еще раз хочу повториться. Стоит последить. Очень-очень интересный боец. Не умаляя достоинств Георгия Сакаева, говорю это. И мы видим, да, что забирает сразу же центр октагона и начинает под... Опа, хороший боковой. Попадает, да, и еще раз на отходе. Жалит, я бы сказал. Прямо жалит, как пчела. Жестко и неприятно Азамат Мурзаканов своего соперника. Посмотрите, как на ногах раскачивает своего соперника Азамат. Ну, собственно, видно, да, уже по бойцу, что он из себя представляет. Даже вот хотя бы по этим действиям первым. Ух! Ох ты! Вот это да! Ничего себе! Наскочил буквально на удар он. И не растерялся, и тут же пользуется Сакаев, Георгий Сакаев с этим моментом. Хвалили мы Азамата, но вот смотрите, как Георгий Сакаев, да, сделал. То есть непредсказуем вид. Продолжается. И смотрите, попытка от болевого. Ну, шанс. Вот попытался скрутить пятку Азамат Мурзаканов. Мне кажется, чуть-чуть недооценил Георгия Сакаева Азамат, ну там такое. Это тяжелый вес, и это бывает. Тут налетел прямо на удар, можно сказать, Азамат. Можно вспомнить бой, да, Корешкова и Лима. Там, ох, как плотно сейчас наносит удар. Ох, смотрите, как меняется ситуация. И теперь нужно все возвращать пропущенное Азамату Мурзаканову. Ох, в разрез, два раза плотно попал. Все, первый раунд. Нокаут. Все, как мы любим, дорогие друзья. И, да. Хотелось бы, конечно, очень посмотреть повторы вот этого первого раунда. Пусть он был очень скоротечен, но насыщен. Азамат Мурзаканов, да, то есть пропустил тяжеленный удар на встречу. Повтор как раз того добивания. И действительно очень плотно, несколько раз в разрез здесь попал Азамат. В общем, как любит говорить Геннадий Геннадьевич Головкин, биг-драма-шоу нашему вниманию. Пожалуйста, пропустил, но поменял ситуацию, справился с пропущенным и все вернул. Прекрасный поединок, все по классике, в общем-то. И мы ждем объявления победителя. Азамат Мурзаканов, пожалуйста, вашему вниманию, очень интересный боец. Поэтому я уверен, что мы... Еще, конечно же, Азамата на турнирах ACB и мы трансляции на телеканале Бокс ТВ увидим. Ну, очень-очень яркий дебют у этого очень бойца. Очень яркий дебют именно на турнире ACB, да. Слушаем Александра Загорского. Время остановки боя. Минуты 36 секунд первого раунда. Техническим нокаутом добивание одержал победу. И остается не знающим поражений Азамат Мурзаканов. Аплодисменты его сопернику из Владикавказа Георгию Сакаеву.